Добрый день, уважаемые зрители. В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по финансовым рынкам. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, аналитик Инвестиционной академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Спасибо за вашу плюсик, Ольга. Я понимаю, что с трансляцией все нормально. Раз один из самых постоянных наших зрителей поставил первый плюсик, то есть поставил свой плюсик первым, это значит, что все хорошо с трансляцией. Ольга, хочу сказать, что всегда или достаточно часто смотрит наши обзоры, точнее мои обзоры, еще с Финпресса, то есть до того, как я начал проводить эти обзоры для компании Альпари. Соответственно, думаю, что нам пора начинать. Бондарюк Владимир здесь. Брешвили на нуле тоже здесь. Мухамичин Митхат здесь. Суркон Ольга. Каноненко Ирина. Так далее все. И так далее. Я понимаю, что все нормально. Тогда начинаем. Первое, что мы должны сделать, это прокомментировать все ключевые макростатистические индикаторы плюс все ключевые события, которые важны для торговли на валютном рынке. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас вчера было опубликовано после вчерашнего обзора. Во вторник, то есть вчера, мы прокомментировали всю статистику до индикатора по бизнес-оптимизму малого бизнеса США. Потом выходил индикатор от JOLTS, или это открытые вакансии. Здесь очень-очень высокие числа или уровень этого индикатора. Если мы посмотрим на гистограмму, видно, что текущая вершина, которая все время обновляется, или вот эта вершина на долгосрочном графике, которая формируется, намного выше, чем во время докризисного периода. Мы это много раз комментировали, мы это много раз видели. Соответственно, думаю, что здесь ничего понятного нет. Я вчера лично сказал, что я ставлю под сомнение все вот эти вакансии, открытые в США. Недавно об этом я говорил, вчера также. Давайте еще раз хочу сказать свое мнение. Вы сами понимаете, что вот в США говорят, что очень много открытых вакансий. Допустим, я вчера давал тот же пример. Я могу сейчас, или наша компания Альпари, на страничке Headhunter, например, в России разместить, что мы ищем некого аналитика, или там трейдера, или преподавателя, или айтишника, или консультанта и так далее. И в требованиях укажем, что нам нужно вот такое-то образование, 10-летний опыт, доказанный трейдерский опыт, положительный трейдерский опыт за последние 10 лет, как минимум там от 10% или 15% в год, или любые условия можем придумать. И вот, допустим, к нам придут люди, которые будут претендовать на эту вакансию. В компании, по логике, всегда можно сказать, и в любой компании, вы нам не подходите. Почему? Потому что ваше образование практически отличается от наших требований. Или сказать, вот у вас такой-то опыт, но здесь вам немножечко что-то не хватило. То есть всегда можно практически сделать вид, что есть вакансии открытые, но по логике их нет. И поэтому они просто висят, никто их не заполняет. И мне кажется, что в США именно это происходит. 3-4 года уже идет рост вакансий, а практически они не заполняются. Почему? На мой взгляд, после такого периода это понятно. Таких вакансий, скорее всего, нет. Большинство из них. Я не знаю, если вы со мной согласны. Может быть, это слишком такое конспиративное мое мышление. Поэтому я хочу вас сегодня спросить. Пожалуйста, озвучьте свое мнение по этому индикатору. Согласны ли вы со мной? Частично ли вы согласны? Полностью со мной не согласны? И так далее. Просто я хочу также узнать мнение наших зрителей, потому что мы этот индикатор уже долго обсуждаем. Я как-то уже начинаю сомневаться, что есть столько много хороших вакансий в США, а у них практически нет никакого роста заработной платы.
как это происходит, мне это непонятно. Если это бы продолжалось там месяц, два, три, четыре, пять, шесть, я бы согласился. А так, нет, соответственно, этот индикатор для меня очень уже сомнителен. Буду рад, если вы озвучите свое мнение по этому индикатору. Если, конечно, он вас интересует, пишите в чате. Идем дальше. Food Price Index или индекс. Ружевская Светлана, согласна, вы вчера про это говорили. Да, Светлана, я вчера говорил, сегодня говорю и ранее об этом говорил, хотя, может быть, еще где-то 6-9 месяцев назад. Я пока еще частично доверял этому индикатору, когда я проводил обзоры и писал, но я ставил под сомнение вот этот индикатор, и вот уже очень много времени прошло, все, для меня этот индикатор, он не показателен. Вот это мое мнение. Так что для меня важно, сколько новых рабочих мест создается, есть ли рост заработной платы и так далее. То есть факты, самые факты, вот реальность, какова она реальность. Тут тоже можно сказать, что в России практически очень много вакансий, у которых средняя заработная плата $5000. Ну вот никто их не заполняет. Почему? Потому что можно утверждать, что нет специалистов. Я сомневаюсь, что нет специалистов. Желающих всегда будет, они будут стремиться, будут повышать свои квалификации. Но, скорее всего, таких вакансий нет. Так что это все настолько относительно. Идем дальше. Food Price Index. Инфляция повышается, конечно, это в месячном выражении. В годовом выражении на самом деле есть такие первые предпосылки для повышения инфляции в Новой Зеландии. Посмотрим, если этот тренд будет продолжаться. По Японии, вы знаете, что хочу сказать? Производственная инфляция повышается. Давайте мы посмотрим на производственную инфляцию. Почему я говорю повышается? Потому что не только что она повышается, но она выше уровня в 2%. То есть, надеюсь, это видно. И мы знаем, что цель Банка Японии поднять инфляцию к 2%, но там есть CPI, Consumer Price Index, то есть индекс потребительских цен. По логике всегда предполагалось, что если повышается производственная инфляция, давайте даже, я это много раз в других обзорах, не для Альпари, ранее объяснял, просто думаю, что это интересно, сегодня не настолько много индикаторов. Знаете, что хочу сказать? Вот, допустим, красная линия – это производственная инфляция, то есть это отпускные цены производителей. Допустим, производители производят некий товар, компьютер, за $10 или за $100. Хорошо, один компьютер, который мы практически произвели, имеет стоимость, то есть отпускную цену, отпускная цена $100. Я должен, конечно, продавать его как минимум за 101, 102, $105, чтобы на этом компания зарабатывала. Если нет прибыли, какой смысл производить вот эти товары? Лучше от этого отказаться. Соответственно, по логике предполагается, что производственная инфляция в долгосрочной перспективе имеет ту же самую траекторию, как и сама потребительская инфляция. Вы с этим согласны ли? Вот я вас спрашиваю. Почему? Потому что производители, если у них цены повышаются, рано или поздно эти цены, практически повышение цен, должно перенеситься и на потребителей. Соответственно, у нас красная линия – это производственная инфляция, зеленая линия – это практически инфляция. Индекс потребительских цен – это цены или цена, по которой потребители покупают вот эти товары. Конечно, в краткосрочной перспективе они могут отличаться, но в долгосрочной перспективе они должны иметь одну и ту же траекторию. То есть, надеюсь, это понятно. На самом деле, что мы сейчас видим в Японии? Производственная инфляция находится выше уровня 2%, уже в годовом выражении. То есть красная линия выше уровня 2%, а зеленая линия очень долго находится ниже целевого уровня 2%. Давайте мы здесь просто поставим вот такую горизонтальную линию, которая нам типа будет указывать уровень в 2% условно. И вот мы сейчас вот это рассматриваем. Производственная инфляция красной линии уже выше вот этого уровня, а практически цены на продукты не повышаются. Как вы считаете, что может произойти в долгосрочной перспективе? Очень много аналитиков говорят, но это понятно, рано или поздно зеленая практически линия, то есть цена для
покупателей поднимется как минимум до цены производителей, потому что это невозможно продавать товары ниже производственной цены. По логике это так, но может произойти нечто другое. Просто вот эти компании, которые производили по более высоким ценам, будут обанкрачиваться, они исчезнут из-за нерентабельности своего бизнеса, и фактически потихонечку эти линии пойдут вниз в краткосрочной перспективе из-за того, что очень много компаний в этой стране, в частности в Японии, обанкротятся, потому что они не работают эффективно, они не могут практически перенести свои цены на потребителей. Соответственно, уважаемые зрители, вот этот феномен наблюдается в очень многих странах, что производственная инфляция начала повышаться, она пока еще не переносится на общую инфляцию CPI, то есть на потребительскую. И то, что аналитики многие утверждают, что ага, вот производственная повышается, рано или поздно эти цены перейдут и к потребителям, я с этим не согласен. Я очень много раз за последние несколько лет видел, что в многих странах наоборот, просто начинает рушиться бизнес и, соответственно, никакого переноса производственных цен на потребителей нет. Имейте в виду. Так что, хорошо ли это, плохо для японской экономики и, соответственно, для японской иены, это неоднозначно, потому что мы видим, что пока еще нет роста индекса потребительских цен, то есть производственная инфляция в настоящее время не переносится на потребительскую. Следующее. BSI, производственный индикатор, повышается. На самом деле, если мы смотрим на эту гистограмму, он имеет очень волатильный характер. Для тех из вас, которые торгуют по фундаментальному анализу и интересуются японской иеной, рекомендую следить за этим индикатором. Почему? Во-первых, он публикуется Министерством финансов Японии. Во-вторых, здесь есть Business Outlook. Что это значит? Это видение Министерства финансов по не только производственному сектору, но и по занятости за ближайшие 3-6 месяцев. Вот смотрите, мы сейчас находимся в этом третьем квартале, а здесь указано еще за ближайшие 3 месяца, даже чуть больше получается, если сейчас мы утверждаем, что сентябрь не закончился, за ближайшие 3 плюс еще 3, то есть 3-6 месяцев. То есть за ближайшие два квартала, на ближайшие два квартала мы также видим прогнозы Министерства финансов. Не только в производственном секторе, но и в непроизводственном, то есть сфера услуг, общая японская экономика. Вообще здесь по потребительскому доверию есть, по занятости, по продажам, по прибылю компаний и так далее. Очень много полезной информации, которую я частично рассматриваю для прогнозирования экономического роста в Японии. Исходя из сегодняшнего практически анализа Министерства финансов Японии, мне кажется, что в начале следующего года произойдет вот это традиционное замедление роста в экономике, японской экономики. То есть обычно вторая половина года традиционно в Японии всегда имеет такой восходящий тренд, потом идет некое падение в начале календарного года, но в целом я вижу здесь только позитива, только позитив, потому что если сравним с предыдущими кварталами, у нас идет улучшение по большинству этих индикаторов. Соответственно, на мой взгляд, эта статистика вполне хорошая, и давайте все-таки вспомним, что большинство банков, я сейчас зайду на Scotia Bank, потому что знаю, что документ здесь сохраняется, мы увидим, что Scotia Bank дает очень хорошие прогнозы по японской экономике на ближайшие, то есть до конца 2017 года. Если ранее рост составлял в среднем около процента в Японии, то есть Япония всегда находилась в стагнации на протяжении вот этих 15 лет, потом рост еле-еле поднялся к 1% в 2016 году, сейчас мы впервые в 2017 году имеем более или менее такой хороший экономический рост. И, конечно, он подтверждается этими индикаторами. Соответственно, понятно, что японская иена частично получает поддержку. Мы потом на графиках это обсудим, хотя это я очень много раз обсуждал. Идем дальше. По Европе индикаторы, которые были опубликованы, ну понятно, что занятость увеличивается, безработица падает. Мы эти индикаторы уже видели. Частично повышается инфляция в Германии. Конечно, темпы роста в месячном выражении не очень большие,
по Великобритании, что у нас есть? Хорошая занятость, то есть число заявок на пособие по безработице, если могу это так перевести, уменьшается. Безработица находится, как я и вчера, и ранее говорил, приблизительно там на минимальных уровнях с середины 70-х, то есть где-то за последние 40-45 лет. Это самый-самый низкий уровень безработицы, если я не ошибаюсь. Даже в 95-96 году там было, где-то там в 90-х была одна впадина, все равно текущий уровень и по занятости, и по безработице лучше. Хорошо или плохо это для британского фунта? Да, было бы хорошо, если поднималась заработная плата. Темпы роста в 2%, на мой взгляд, являются очень низкими. Мы открываем гистограмму и видим, что ранее, 10 лет назад, темпы роста заработной платы в годовом выражении приблизительно составляли около там 3,5-4,5%. А сейчас у нас очень низкие темпы роста. Инфляция в 2% по заработной плате не перекрывает индекс потребительских цен. То есть британская инфляция, цены повышаются на 3% в годовом выражении, мы вчера это обсуждали, а заработная плата еле-еле повышается на 2%. То есть получается, что нет никакого стабильного роста реальной заработной платы. Цены повышаются быстрее, чем заработная плата. Хорошо ли это для экономики? Я считаю, что нет. В долгосрочной перспективе какая экономика может функционировать в таких условиях, когда цены повышаются всегда быстрее заработной платы? Получается, что народ беднеет. Раз народ беднеет, экономика будет беднеть, в кавычках, то есть ухудшается. Соответственно, британский фунт в таких условиях будет падать. На мой взгляд, это низкий уровень, и он не очень хороший для британского фунта. Индустриальное производство по Европе, финальная оценка. Мы ее обсуждали во время первой оценки. Здесь все хорошо, все надежно, все стабильно. Восходящий тренд по индустриальному производству виден как и в еврозоне, так и в Европейском Союзе EU28. Соответственно, это хорошая статистика. Хотя мы должны понимать, что это индикатор за месяц июль, то есть это запаздывающий индикатор. Просто он подтвердил, что в первом полугодии все было хорошо в Европе. У нас впереди производственная инфляция по США. Еще раз хочу сказать, я с целью прокомментировал производственную инфляцию в Японии, потому что в США сейчас, когда выйдет этот индикатор, каждый уже сам для себя будет решать, это хороший индикатор, когда производственная инфляция резко повышается, или это плохо. Да, хорошо, если действительно потом и потребительская инфляция повышается, но я только что показал, что это может не произойти, просто обанкротятся вот эти неэффективные компании. Соответственно, рост этой инфляции может не перенестись на потребительские цены. Соответственно, утверждать, что это хорошо или плохо, сейчас очень трудно сказать. Идем дальше. Коммерческие запасы нефти. Бюджет по США за месяц август, если я не ошибаюсь, должен выйти сейчас, то за предыдущий месяц. Потом, рано утром у нас завтра публикуется очень много индикаторов по Австралии. На первом месте обращаем внимание на занятость. На самом деле, это очень важный индикатор для австралийского доллара. Почему? Потому что последние несколько месяцев идет солидное улучшение ситуации на рынке труда. Здесь на этой гистограмме это не так хорошо видно, но если вы отслеживали со мной статистику, вы это практически знаете. На самом деле, вот знаете, что я сделаю? Я просто открою отчет NAB, который мы вчера по Австралии прокомментировали. И я сейчас вернусь к рынку труда, и мы увидим, каково мнение вот этого National Australia Bank именно по рынку труда. Давайте мы сейчас просто откроем этот документ, который вчера был опубликован, и всем станет ясно, какой индикатор или какой уровень вот этих индикаторов по занятости является хорошим для австралийского доллара и какой является нехорошим. Четко и ясно здесь нам сказано, где это нам сказано, почему я это не вижу, где они нам это сказали. Так, ага, тогда будем по-другому делать. Мы просто зайдем под вот этот
более укороченный формат вот этого отчета. Сейчас я найду необходимую нам статистику. Надеюсь, что быстро сориентируюсь. Да, не смог сориентироваться здесь. Вернемся тогда на другой документ. Надеюсь, что здесь это будет четко и ясно уже видно. Так, и вы поймете, что я имею в виду. Так, где была эта информация? Вот это очень-очень полезная. Мне нужна занятость. Читаю быстро. Так. Хорошо, к сожалению. А, вот смотрите. Давайте я сейчас вам покажу. В настоящее время видно, что это отчет Национального австралийского банка. Это один из крупнейших коммерческих банков в Австралии. Это не центральный банк. Центральный банк, он называется RBA. Резервный банк Австралии. Это коммерческий банк. Вот смотрите, что он говорит. Годовой рост занятости или количество новых рабочих мест за последний год составило 270 тысяч. Если поделим на 12 месяцев, получается около 22 тысяч ежемесячно, грубо говоря. Соответственно, это вполне достаточно, если занятость будет увеличиваться на 22 тысячи в месяц, чтобы безработица снижалась. Соответственно, уважаемые зрители, мы должны понимать, что уровень выше 22 является хорошим для австралийской экономики. По исследованию Национального австралийского банка NAB, на мой взгляд, я когда озвучивал свое мнение, я даже считаю, что нужно, чтобы вот это число выходило от 25 тысяч. Соответственно, даже если здесь выйдет зеленое число, нужно посмотреть, как оно соотносится к предыдущим месяцам, если за последний год все-таки мы имеем больше 22, среднее число больше 22, больше 25 даже тысяч ежемесячно. Надеюсь, это было понятно. Только таким образом при росте населения будет снижаться безработица. А около 15 тысяч, если будет значение этого индикатора, просто будет сохранять безработицу на одном и том же уровне. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Во-вторых, обращаем внимание на тонкий нюанс. Если, допустим, здесь выйдет 30 тысяч, а это полная занятость или частичная, хорошо, если это полная занятость. Я, конечно, завтра прокомментирую этот индикатор, потому что он будет опубликован. Но в двух словах попытался на все вот эти тонкие нюансы обратить внимание, если вы торгуете на новостях. То есть вдруг кто-то завтра там будет открывать по австралийцу сделку во время этой статистики, вдруг кто-то уже открыл сделку по австралийскому доллару, вы должны понимать, что это очень важный индикатор, и я более детально попытался рассказать свое видение. Потом, что у нас после статистики по Австралии? Швейцарский национальный банк проводит свое заседание по денежно-кредитной политике, в 10.30 публикуют свое решение. На самом деле никто не ожидает каких-либо сюрпризов. Большинство коммерческих банков утверждают, что они сохранят ставку в текущем диапазоне с центром на уровне минус 0.75. Конечно, швейцарский национальный банк много раз нам показал, что это очень-очень ненадежная институция. С точки зрения трейдеров, они всегда могут нас в кавычках или даже не в кавычках обмануть. То есть сначала могут нам одно говорить, обещать, а потом сразу после обещаний через 5 минут могут совершить действие, которое полностью отличается от обещаний. И потом могут нам сказать, что вот знаете ли, извиняюсь, что мы так поступили, но у нас не было выбора. Если мы бы вас не обманули, мы бы не смогли практически добиться или достигнуть нашу цель. Очень часто швейцарский национальный банк так поступал. На мой взгляд, он является очень нестабильной институцией, ненадежной. Соответственно, имейте в виду, что в любое время мы должны как-то ожидать в любое время сюрприза от швейцарцев. Это, конечно, мое мнение. Каждый уже для себя сам решает. Я много раз увидел, что
швейцарский национальный банк не соблюдает свои обещания. Следующее, в 14 часов по московскому времени будет заседание Банка Англии. Давайте мы вспомним, что ровно полтора месяца назад, а именно 3 августа, когда было предыдущее заседание Банка Англии, Марк Карни, глава Банка Англии, сказал, что даже при низком экономическом росте, если занятость будет на низком уровне, а она есть уже на низком, то есть безработица будет на низком уровне, в Великобритании она уже есть на низком уровне, и при высокой инфляции к 3%, а она по вчерашней статистике поднимается к 3%, Банк Англии сказал, что может поднять ставку намного ранее, чем рынок предполагает. Вот именно на эту риторику завтра рынок будет обращать внимание. Будет ли Банк Англии указывать на повышение процентной ставки в ближайшее время? Это может создать очень большую волатильность по фунту. Будьте начеку, будьте аккуратными. Конечно, завтра в 3 часа, когда будет мой следующий обзор, мы обсудим итоги от этого заседания. Я озвучу свое видение. Жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обсуждению индикаторов. Если они есть, пишите в чате. Если вопросов нет, ставим свои плюсики, мы переходим к графикам. Жду ваших вопросов. Если они появились, если у вас были вопросы, пишите в чате. Я всегда буду рад обсудить любые вопросы, связанные с валютными парами, с индикаторами. Так что не стесняйтесь, не беспокойтесь, можете задавать все, что угодно. Пока вижу, что только они плюсики идут в чате, соответственно, давайте мы потихонечку перейдем к графикам. На самом деле вы можете в любое время потом написать свой вопрос. Еще раз хочу сказать, я буду рад ответить на ваши вопросы. Соответственно, начинаем с долларового индекса. Долларовый индекс находится под давлением. Надеюсь, вы уже выучили вот эту мою шаблонную фазу, которую я повторяю больше месяца, то есть как минимум с конца июля. Потому что я начал проводить эти обзоры для компании Alipari с конца июля, точнее с 24 июля. И с того момента мы видим, что вот эта череда медвежьих свечей, даже после этого доджа, все-таки указывает на давление на американский доллар. Почему я это говорю, почему я освещаю всегда вот этот долларовый индекс и озвучиваю вот эту шаблонную фазу, что доллар находится под давлением? Потому что, на мой взгляд, раз доллар находится под давлением, любая покупка американского доллара в какой-либо валютной паре или против какого-либо инструмента, как золото, связана с большими рисками. По логике этого нельзя делать. Покупать доллары в некой валютной паре, когда он находится под давлением, это нецелесообразно. Если это было понятно, ставьте свои плюсики. Жду вашей реакции. Конечно, я это повторяю почти каждый день, но что делать? Это рынок, пока он не поменялся. Пока практически перспектив у доллара на первый взгляд нет. Он может, конечно, поменяться в любое время. Если поменяется, я постараюсь озвучить этот момент. Пока мы видим график, что он падает. Конечно, это потому, что пара евро-доллар повышается. Вот на месячном таймфрейме виден график пары евро-доллар. Мы находимся вблизи приграничной зоны, то есть синяя линия, это приблизительно линия через вот эти ключевые локальные минимумы здесь. Конечно, это не в идеальном виде, но логике понятно. То есть здесь есть некая условная такая виртуальная граница. Евро-быки или те, которые покупали евро, это понимают и как я на протяжении последнего месяца говорил, они это видят, они это хорошо понимают, соответственно, вблизи этой линии некоторые из них фиксируют прибыль, то есть закрывают свои длинные позиции по евро. Почему? Потому что они пока еще не уверены, что пара сильно пойдет вверх, и они практически хотят зафиксировать свою прибыль, может им это достаточно. В настоящее время они не могут определить,
европейская экономика ли будет лучше, евро будет идти вверх в долгосрочной перспективе, или наоборот, американская экономика будет лучше, и пара евро-доллар будет идти вниз в долгосрочной перспективе. Скорее всего, им кажется, что в настоящее время потенциал и у еврозоны, и у США схожий, поэтому мы движемся около вот этой приграничной зоны. На самом деле, я хочу сказать, что приблизительно такой обзор я писал вчера для сайта Альпари. Давайте я покажу, что в разделе «Аналитика Форекс» вы можете читать нашу аналитику. И вот это свое видение я не только каждый день освещал ее во время этих обзоров, но думаю, что я и периодически достаточно часто пишу на эту тему. Вот есть такая тема: дифференциал процентных ставок сыграл в пользу евро против американского доллара и так далее. Очень интересная, на мой взгляд, статья. График я взял с Томпсона Ройтерса, точнее с аналитики BNP Paribas. И здесь я четко и ясно сказал, в настоящее время финансовые участники, то есть крупные игроки на рынке, прогнозируют, что и еврозона, и США будут иметь очень схожую траекторию экономики, то есть в долгосрочной перспективе. Им кажется, что и в США, и в Европе рост будет вблизи 2%. То есть и в Европе, и в США экономика будет иметь очень схожие такие перспективы на более такой долгий период, например, там на год, на два, на три, на четыре, если мы исследуем европейскую и американскую экономику. Поэтому, скорее всего, вот эта приграничная зона, она идеальна, на первый взгляд. Идем дальше. В паре евро-доллар все-таки на weekly время нет никакого разворота в настоящее время. На дневном таймфрейме идет восходящий тренд, который очень хорошо виден на 4-часовом таймфрейме. То есть, точнее, извиняюсь, на 4-часовом таймфрейме. Я просто хотел сказать, давайте перейдем на 4-часовой таймфрейм. Вот он наш практически восходящий тренд. Пара евро-доллар четко и ясно движется между вот этими двумя линиями, которые ограничивают некий восходящий канал. И здесь видно, что у нас идет восходящий тренд. Я на самом деле подготовил такой коротенький обзор по паре евро-доллар для сайта Альпари по техническому анализу. Он практически сразу после этого обзора, или может быть 15-20 минут после окончания этого обзора, появится здесь в разделе «Аналитика Форекс». Ну давайте я коротко расскажу, о чем я писал. Первое. Восходящий тренд здесь виден. Почему? Потому что видно, что все вот эти ключевые впадины, они повышаются. То есть все вот эти ключевые впадины, если даже есть здесь впадина, давайте предположим, что здесь есть, они повышаются. То есть у нас есть восходящий тренд. Очень схожая ситуация и с максимумом. Первый максимум, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Опа! Седьмой как-то не выполняет полностью требований восходящего тренда. Почему? Потому что если мы перейдем на часовой таймфрейм, здесь мне кажется, что вот этот максимум и вот этот, они приблизительно на одном и том же уровне. Если это видно, ставим свои плюсики. То есть на часовом таймфрейме максимумы уже перестали соблюдать вот это ключевое правило восходящего тренда. То есть здесь уже нет череды повышающихся максимумов. Почему? Может, это только мне так кажется, что вот этот максимум вблизи уровня последнего максимума, то есть максимумы не переписываются, то есть максимумы не обновляются. Это на часовом таймфрейме хорошо видно. Я именно на эту тему буду писать для сайта. Соответственно, это первый сигнал, который указывает на потенциальное, подчеркиваю, потенциальное замедление восходящего тренда. Я говорю с целью потенциальное. Почему? Потому что представьте себе, что потом сформируется некая вершина намного выше, и тогда вот этот потенциал на замедление восходящего тренда просто исчезнет. Вот Каноненко Ирина, вы пишете на часовом замедлении. Я имею в виду на часовом, если я ошибочно что-то сказал, имейте в виду, я имею в виду, что на часовом таймфрейме идет замедление восходящего тренда. Спасибо, что вы меня поправили в чате. То есть на часовом таймфрейме, вот здесь видно H1, вот эта вершина и вот эта вершина, мне кажется, что они почти на одном и том же уровне. Да, кто-то мне скажет, да, она чуть выше. Ну,
Каждый видит все по-своему. Если здесь вершина на уровне 1.2070, а здесь на уровне 1.2085, если для кого-то вот эти 15 пипсов являются определяющими, для меня они не являются определяющими. И поэтому я хочу сказать, что это первый сигнал, который мне как-то показывает, что может произойти замедление восходящего тренда. Что это значит? Что темпы роста практически или амплитуда повышения, точнее, может уменьшиться, или даже может начаться боковое движение, или даже если мы рано или поздно увидим некий прорыв, может начаться более серьезное коррективное движение. Пока рано будет говорить, что это будет некий нисходящий тренд. То есть, стоит ли сейчас покупать? Исходя из моей торговой стратегии, если я не склонен к риску, все, пару евро-доллар на покупку, я зачеркиваю. Почему? Потому что нет обновления максимума. Если я все-таки готов рискнуть, вдруг, если мне повезет, то как минимум я должен либо в 2, либо в 3 раза уменьшить свой стандартный объем позиции. Что я имею в виду? Если, исходя из моих правил управления капиталом, каждый имеет собственное правило, я открываю, допустим, 0.10 лота при совершении некой сделки, то есть периодически, когда я торгую, я должен соблюдать при одном и том же депозите, соблюдать всегда один и тот же объем открытия сделок при равных прочих условиях. Соответственно, если у меня это стандартный объем позиции, например, там на покупку или на продажу, или на покупку, то здесь, если я буду рисковать, как минимум буду в 3 раза уменьшать эту сделку на покупку, если начнется восстановление восходящего тренда. Давайте сейчас мы посмотрим. Хотя я бы этого не делал, мне вот эти приключения не нужны. Я не доверяю уже этому тренду, потому что вершины пока еще не обновляются. Потом мы перейдем на часовой таймфрейм, чтобы хорошо это увидели, что они не обновляются. Вот еще раз показываю, для меня она та же самая вершина. Но вдруг я хочу рискнуть, давайте посмотрим, можно ли доверять, что восходящий тренд, который мы видим, потихонечку начинает восстанавливаться. На 4-часовом таймфрейме, с точки зрения свечного анализа, да, здесь есть одно такое бычье поглощение. Очень хорошо, вот оно, бычье поглощение. Можно ли ему доверять? Вот знаете ли что? Я когда отслеживаю вот такие разворотные моменты, мне нужно как минимум, желательно, 3 свечи на том же таймфрейме, на котором я торгую, чтобы сформировал 3 разворотные, 3 свечи, которые формируют некий потенциальный разворот, чтобы я этому доверил и там зашел в рынок. Вот, например, мы когда смотрели вот эту вершину в начале недели, в понедельник, во время нашего обзора, я сказал, для меня это показывает, вот здесь мы где-то находились, что это момент фиксации прибыли, нужно фиксировать прибыль. Почему? Здесь дочь, черная свеча, которая идет хорошо вниз, и еще одна третья черная свеча, которая практически формирует череду из 3 разворотных свечей. Здесь что у нас есть? Да, есть бычье поглощение. Но я не считаю, что вот эта маленькая свеча плюс вот эта вторая свеча имеют некий такой бычий характер. Почему? Они почти внутри амплитуды вот этого бычьего поглощения. Потому что максимальная цена здесь доходила до верхних пределов вот этих 2 маленьких свечей. Поэтому для меня они с точки зрения анализа полностью отсутствуют. Можно ли доверять вот этой свече? Почему нет? Но мне бы хотелось, чтобы была здесь и третья свеча, которая имеет вот такого характера, которая мне показывает, что вот, допустим, первая свеча, вот вторая свеча, вот где-то по пути третья, вот тогда я бы подключился на покупку. С этими очень маленькими объемами, потому что вершины не обновляются. Но на мой взгляд, этого нет. Почему? Эта свеча не является разворотной, это некий дочь. Эта свеча также не является такой третьей свечой. Соответственно, оказывается, что у нас всего лишь 2 свечи. Вот они практически, которые указывают на того, что формируется разворот.
вот они практически, вот это бычье поглощение, вот эта свеча. То есть у меня нет третьей свечи, вот здесь они, первая, вторая, третья. Все, я нахожусь в ожидании, я пока еще не могу сказать, что здесь идет разворот. Это мое мнение, каждый для себя сам решает. Соответственно, я пока бы не подключался на покупку, для меня нет никакого сигнала. Да, тренд восходящий, но нет сигнала о возобновлении тренда. Идем дальше, пара фунт-доллар. Волатильность, еще раз хочу сказать, очень сильно может возрасти. Завтра будет заседание Банка Англии. На тяжелом таймфрейме вот это медвежье поглощение может отмениться. Мы об этом уже много раз говорили. На уикли, на дневном таймфрейме идет восходящий тренд. То есть этот тренд и на уикли, и на дневном таймфрейме, который идет в противоположном направлении, сформированного на месячном формате таймфрейма. То есть на месячном формате у нас идет нисходящий тренд. То есть здесь очень много противоречивых сигналов. Стоит ли подключаться? Ну, смотря на каком таймфрейме вы торгуете, здесь практически сейчас нет возможности ни на покупку, ни на продажу, если разворота на тяжелом таймфрейме. Еще раз хочу напомнить, что ровно там полтора месяца назад, а именно 3 августа, когда сформировалась вот эта свеча в сером прямоугольнике, было предыдущее заседание Банка Англии. Соответственно, мы находимся вблизи этих уровней, все время их тестируем. Завтра может волатильность значительно вырасти. Я не знаю, как будет развиваться график, потому что я не хочу предполагать, потому что я не знаю, что собирается завтра сказать Марк Карни, и точнее, каково будет решение Банка Англии. Давайте уже завтра посмотрим. При некой волатильности мы можем протестировать вот эти верхние пределы восходящего тренда. Если окажется, что там некая медвежья информация в решении Банка Англии, то рынок может практически пойти резко вниз, формируя таким образом двойную вершину. Я не буду гадать. Доллар-фунт, потому что я и вчера так говорил, доллар-фунт. Почему? Потому что предыдущая пара это фунт-доллар. Так, доллар-швейцарский франк. На месячном таймфрейме очень интересная ситуация. Почему? Здесь потенциально разворотная свеча не в идеальном виде, потому что ее тело было меньше вот этого медвежьего тела. Потом произошло вот это медвежье поглощение, поэтому я поставил вот этот красный прямоугольник, который полностью перечеркнул вот этот сигнал, очень-очень слабый сигнал на покупку, который нам указывал, что может быть в нижней части вот этого диапазона сформируется одно, и мы пойдем вверх. Текущая свеча месячная меняет свой характер почти ежедневно. Ранее здесь была хорошая медвежья свеча, которая указывала на потенциал к снижению. Вчера у нас была некая, если не ошибаюсь, когда мы ее увидели, свеча с маленьким-маленьким бычьим телом. Сейчас у нас дочь. То есть эта свеча все время меняет свой внешний вид. Поэтому я не могу сказать, что пара будет идти вверх или вниз. Я наблюдаю за этой парой. На самом деле, вот оно одно бычье поглощение, потом произошло медвежье поглощение. Мне интересно, как сформируется в ближайшее время график. Здесь, например, четко и ясно было видно еще одно такое бычье поглощение. Мы его комментировали. Давайте я все-таки его также добавлю. Но оно было очень быстро отменено. Давайте я на weekly добавлю вот это бычье поглощение. То есть, очень часто формируются некие потенциалы к повышению. Если вот эта свеча перекроет хотя бы вот эти свечи, может продублироваться вот это хорошее бычье поглощение, тогда я буду рассматривать возможность на покупку. Я об этом говорил ранее. Вчера я сказал, что снова начинаю проявлять интерес к этой валютной паре, но на сегодняшний день пока никакого сигнала нет. Но я наблюдаю за этой валютной парой. Если увижу для себя некий сигнал, он будет озвучен во время наших обзоров. Все-таки напоминаю, что здесь четко ясно видно, что идет нисходящий тренд вот между двумя красными линиями. Так что любые сделки на покупку связаны с очень-очень большим риском. Напоминаю, долларовый индекс нам не указывает на покупки, даже наоборот говорит, что вообще не думайте покупать доллары. Соответственно, покупать здесь доллар это связано с очень большим риском.
вы можете очень много потерять, будьте аккуратными. Поэтому это не является никакой рекомендацией. Я периодически, если буду здесь заходить, очень быстро буду стараться и выйти. И как и ранее я говорил, и на сегодняшний день продолжаю говорить, покупки здесь буду совершать только в случае, что здесь формируется некое бычье поглощение хорошее. И если пара евро-франк, то следующая валютная пара как минимум будет сохраняться вот на этих уровнях. А почему на этих уровнях? Чтобы у нас начался рост евро против франка в ключевой валютной паре, а именно в паре евро-франк. И мне нужно, чтобы эта вершина уже тестировала вот эту вершину и не упустилась ниже вот этой вершины. Чтобы я знал или как минимум предположил, что вероятность повышения пары евро-франк увеличивается, то есть франк будет под давлением в важнейшей паре, а именно в паре евро-франк, вот только тогда, если мы здесь повышаемся или будем сохраняться на этих уровнях, я буду входить здесь на покупку при выполнении вот этих условий. Думаю, что мое видение вполне понятно, я его озвучиваю уже долго. Если у кого-то есть вопросы, всегда можете спросить. Это не значит, что при совершении сделки вы всегда должны ждать следующего обзора, потому что потенциал для открытия сделки может появиться в любое время. Не значит, что это всегда с 15 до 16 по московскому времени. Я могу, например, совершить сделку в любое время, если вижу некий сигнал. Я также могу ее закрыть, открыть и закрыть в любое время. Это не значит, что я только с 15 до 16 по московскому времени должен торговать. Наоборот, у меня даже никогда не получается открывать сделку с 15 до 16 по московскому времени, потому что я провожу эти обзоры. Идем дальше. Пара доллар-иена. Вспоминаем, что и тут совсем недавно я говорил, что может быть при формировании некой впадины здесь потенциально я буду искать момент на покупку, то есть вход буду искать для открытия длинных позиций. Поставил некий потенциальный диапазон. Потом совсем недавно, в конце прошлой недели, точнее и в понедельник, я его убрал. Почему? Потому что пара пошла вниз и сомнение формирования впадины вот на тех ключевых уровнях, вот здесь практически, что будет формироваться впадина, сомнения увеличились. Но со вчерашнего дня, вы помните, что свечи, вот вчерашняя свеча снова и вернула пару в игру, то есть мне кажется, что потенциал к формированию впадины увеличивается, хотя вот эта впадина по времени может растянуться, не как, например, в этот момент, не как в этот момент. Но у меня интерес возвращается, поэтому я вчера добавил снова вот этот потенциальный диапазон. Здесь буду искать момент также на или момент на покупку, то есть чтобы войти в рынок. Мне будет нужно, чтобы хотя бы некая ключевая вершина, во-первых, переписалась, потому что у нас здесь видно было, что идет нисходящий тренд на более мелких таймфреймах. Желательно, чтобы хотя бы некая вершина возобновилась, и чтобы на дневном и на weekly таймфрейме были некие вот такие бычьи поглощения или череда стабильных свечей, указывающие на потенциальный рост. Еще раз хочу сказать, я отслеживаю для себя в настоящее время пару доллар-франк, пару доллар-иена. Если появятся у меня сигналы, надеюсь, что они будут озвучены во время наших обзоров. Пока сигнала нет. Доллар-канадец. Я придерживаюсь к своему предыдущему мнению. У канадца очень хорошая практически поддержка. Соответственно, доллар-канадец продолжает свое снижение. Пока американский доллар находится под давлением, крупные участники не доверяют в настоящее время американскому доллару и американской экономике. Это именно они должны поменять свое видение, то есть крупные участники, крупные финансовые участники, чтобы доллар хотя бы немножечко закрепился и отыграл частично свои потери. Этого в настоящее время нет. Соответственно, вот это давление, оно очень хорошо чувствуется в паре доллар-канадский доллар, потому что не только здесь есть давление на американский доллар, но и солидный рост канадского доллара. Здесь четко и ясно виден вот этот нисходящий тренд, то есть он идет. На 4-часовом таймфрейме мы комментировали, что
Я лично здесь не подключался в этой части. Почему? Потому что мы были в преддверии Банка Канады. Я говорил, что я лучше пропущу некую потенциальную прибыль, нежели во время некой волатильности, во время заседания Банка Канады, чтобы сформировать, то есть закрыться по неким стоп-лоссам или с убытками. Мне эта волатильность не нужна. Здесь, вблизи этих уровней, последние два дня мы говорили, то есть мы обсуждали, точнее я сказал свое мнение, что покупать в нижней части нисходящего, продавать в нижней части нисходящего тренда я не собираюсь. Плюс покупать также, мне контратренд игры не нужны. Единственное, что мы видим, что в настоящее время идет тестирование вот этих нижних уровней, то есть это моменты указывают, то есть сейчас момент для фиксирования прибыли. Если кто-то шортил, открывал короткую позицию, вот здесь должен искать возможность выходить из своей сделки. Но ни в коем случае бы я бы не покупал. Каждый для себя, конечно, сам решает. Еще раз хочу сказать, что иногда при своих разворотах валютные пары могут совершить в краткосрочной перспективе очень такие волатильные движения, то есть может сформироваться некое резкое движение вверх или вниз. Соответственно, будьте аккуратными. Австралийский доллар, австралиец, фундаментально выглядит очень хорошо. Имейте в виду, что завтра публикуется статистика по рынку труда. Внутридневная волатильность в это время может сильно повыситься. Будьте аккуратными. Никаких сигналов я не вижу на продажу. Никаких сигналов я не вижу и на покупку на самом деле. Почему? Потому что этот восходящий тренд, который мы рисовали, как-то мне он очень сомнителен, что именно сейчас нужно покупать. Мы находимся в верхней части некого такого потенциального восходящего тренда. Для меня это большое сомнение. Не знаю, я бы здесь также не покупал. Плюс видите, какие свечи формируются. Они всегда с большими верхними тенями. То есть мы видим, что выше 80 очень много желающих отказаться от покупок австралийского доллара. То есть они фиксируют, скорее всего, свои длинные позиции. Фиксирует прибыль по своим длинным позициям. Новозеландский доллар, схожая ситуация. Вспоминаем, что да, здесь есть медвежье поглощение. Да, на тяжелом таймфрейме здесь это указывает на замедление восходящего тренда, который есть на weekly таймфрейме. Вот он, восходящий тренд, который есть на weekly таймфрейме, то есть на недельном. Он хорошо виден. Соответственно, стоит ли продавать? Это очень сложно утверждать. Да, есть там медвежье поглощение, но оно не подтверждается на следующем таймфрейме. Да, на месячном таймфрейме оно сформировалось, но пока на недельном таймфрейме идет тренд в противоположном направлении, именно восходящий тренд. Соответственно, шортить и сохранять сделку на очень долгий период пока еще нецелесообразно. На более мелких таймфреймах, сразу иду на 4-часовой таймфрейм, мы увидели, что вот этот нисходящий тренд, в котором мы, или я, и может быть кто-то из вас торговал, он был сломан, я его перечеркнул сразу после того, как, вспоминаем, переписалась не только вот эта вершина, но и это, и даже вот эта третья вершина была протестирована. Все. Для меня восходящий тренд тогда закончился, я сказал, что я от него отказываюсь. В настоящее время нет никаких сигналов стабильных ни на возможность покупки, на мой взгляд, хотя здесь может сформироваться некий восходящий тренд, но может и сформироваться некий более такой широкий нисходящий тренд. Поэтому я сейчас здесь просто наблюдаю и на сегодняшний день ничего не вижу. Давайте подведем итоги. Единственные две пары, за которыми я сейчас более пристально слежу. Нет, я слежу за всеми этими парами, но по которым у меня возникает интерес, и он может практически привести к открытию сделки. Это пара доллар-франк и, конечно, пара доллар-японская иена. Все здесь я озвучил. Жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обзору. Пишите, пожалуйста, в чате. По золоту, последний инструмент, который мы обсуждаем, знакомый нам график месячный, на недельном таймфрейме видно, что мы пробили вот эту, может быть, для кого-то линию нисходящего тренда. На дневном таймфрейме у нас произошел действительно реальный прорыв вот этого потенциального диапазона, то есть вот эта двойная вершина была пробита. На 4-часовом и на часовом таймфрейме идет восходящий тренд.
Давайте вспомним, я тут в начале недели говорил, что вот, вот этот момент вчера, точнее в понедельник, когда мы проводили обзор, как и в паре евро-доллар, так и по золоту нам указывал на момент закрытия длинных позиций, то есть либо в пятницу вы должны были бы фиксироваться, если у кого-то были сделки на покупку, либо вот здесь, когда мы практически провели наш первый обзор в течение недели. В течение текущей недели. В настоящее время мне очень сложно сказать, что вот эта коррекция, которая рисуется, закончилась, и что вот эти свечи здесь, они практически нам показывают, что идет восстановление, первые попытки восстановления восходящего тренда. Для меня пока еще просто идет коррекция, это некий мелкий отскок, он не является сигналом на покупку. Почему? На 4-часовом таймфрейме давайте мы посмотрим на свечи. Вот некий додж здесь. Можно ли сказать, что вот эта свеча, которая сформировалась, бычья, является подтверждением этого доджа? Нет. Почему? Потому что тело вот этой свечи, оно полностью внутри разброса доджа, то есть минимума и максимума. И единственное, получается следующая стабильная бычья свеча, вот она. И все вот эти свечи, которые потом рисуются, имеют очень большие верхние тени, то есть очень много продавцов фиксируется здесь по золоту, и текущие свечи, они не формируют череду из трех хороших свечей. Если это было видно, ставим свои плюсики. Если мы посмотрим на евро на 4-часовом или там на часовом таймфрейме, когда мы видели эту разворотную модель, вот эти свечи, они здесь более или менее уже указывали на вот первая свеча, вторая свеча, хотя у нее тело внутри разброса доджа, но потом вот эта свеча, и, конечно, в понедельник мы когда и это увидели, то тогда это уже полностью подтверждается. А сейчас я по золоту не могу сказать, что вот эта свеча подтверждает вот этот додж. Поэтому я вот эту череду из этих трех свечей просто уменьшаю, но череду из двух разворотных свечей. Вот это здесь и вот это здесь. Здесь пока еще не ясно, будет ли третья или снова пойдем вниз. Поэтому для меня это не является сигналом о развороте вот этой коррекции, то есть сигнал, который указывает на возобновление вот этого восходящего тренда. Все. Какие у вас вопросы? Как будто уже никто не спрашивает в последнее время. Вот и вчера я увидел, что почти никто ничего не спрашивает. И сегодня, а вижу, что достаточно много зрителей. Вот это меня немножечко, не то что, как сказать, для меня просто это очень любопытно. Почему так? Почему никто ничего не пишет, никто ничего не спрашивает? А я вижу, что достаточно много зрителей в чате. Может быть, и вы сейчас либо там ждете, не торгуете, или, может быть, на рынке нет движений, поэтому мало у кого есть не то что эмоции, но как сказать. Спасибо, очень интересно. Спасибо, Василий, что вы объясняете понятно. Огромное спасибо. Конечно, это мое мнение. Я не утверждаю, что я прав. Вы сами понимаете, что у разных людей разное мнение. Каждый уже для себя сам решает. А вы на каких там таймфреймах заходите, спрашивает Кабиров Рафаэл. Вот знаете, по-разному. По-разному. И давайте я вам даже так скажу. Вот совсем недавно, когда я показывал, что там я торгую в паре новозеландский доллар-доллар, вы сами видели, что я отталкивался от 4-часового и от часового таймфрейма. То есть там я очень спекулятивно иногда заходил. Даже помните, я говорю, что я забираю свои 30-40 пипсов, если получится, и ухожу. Если сделка пойдет против меня, то есть тренд, то есть пара пойдет против моей сделки, я закрываюсь по стоп-лоссам. То есть в таких случаях вот там я торговал краткосрочно. Это показывает, ну для меня краткосрочно, 4-часовой, часовой таймфрейм, там частично 30-минутный я иногда рассматриваю. Хочу сказать, что это значит, что я и на этих таймфреймах буду торговать, и если я увижу некие такие потенциальные тренды сделки на этих валютных парах, они будут озвучены. Если вы обратите внимание, что я более детально обсуждаю, например, пару евро-доллар на 4-часовом таймфрейме, периодически мы переходим и на часовой,
Это значит, что вот по паре евро-доллар меня частично интересует вот 4-часовой таймфрейм. Есть валютные пары, например, по которым я могу торговать даже на месячном таймфрейме. То есть на очень-очень долгий период меня не беспокоит достаточно большая волатильность. Просто я открыл некую сделку на очень долгий период. Соответственно, как получится, у меня лично нет такого предпочтения к некому таймфрейму. То есть вот это хочу сказать. Я понимаю, есть трейдеры, которые, например, в основном там пользуются дневными таймфреймами, другие, которые в основном торгуют на 4-часовом, на часовом, на 30 минутках и так далее. По-разному. Я понимаю, есть разные трейдеры. Я практически торгую на разных таймфреймах в зависимости от того, как получится. Так, у меня недостаточно знаний, чтобы что-то спрашивать. Вообще не беспокойтесь, Кануненко Ирина, не беспокойтесь, хорошо. Поскольку я вижу, вопросов других нет. Для новичков рекомендую просто, давайте я покажу нашу страничку, и тогда мы закончим наш обзор. Для новичков рекомендую зайти на раздел обучения Forex. Вот здесь это на главной страничке. Здесь очень много курсов. И хочу сказать, что на мой взгляд, здесь, конечно, все курсы хорошие. Но в частности, рассматривая ваш вопрос, у меня нет достаточных, то, что вы сказали, у меня недостаточно знаний, чтобы спрашивать. Имейте в виду, что если у вас нет достаточно знаний, то есть если вы так себя чувствуете, здесь очень много курсов и очень много хороших курсов, на самом деле, я так думаю, по техническому анализу в нашей компании. Достаточно много экспертов по техническому анализу, я их смотрел, и не только сейчас, и ранее, и мне кажется, что у нас очень хорошие преподаватели, аналитики по техническому анализу, соответственно, можете там практически посмотреть эти курсы. Если у вас возникнут вопросы, можете мне написать, именно какие курсы посмотреть. Хорошо, давайте мы потихонечку заканчиваем тогда наш обзор. Всем огромное спасибо за ежедневное присутствие. Желаю вам, конечно, на первом месте хорошего дня, удачных сделок. И до завтра. С вами был Веселин Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Всем удачи!